Знаете, записал я сегодня видео, но оно какое-то не особо интересное было, и я решил его не выкладывать. А лучше просто спросить, стоит ли мне вообще продолжать трон? Или уже все, на игру мы забиваем? До ее официального выхода точно уже видео делать не надо. Да и вообще. Ну, потому что вот поиграл я в нее, поиграл, ничего особого нового не увидел. Ну. Так что просто, можно сказать, напишите комментарий, стоит ли продолжать играть в трон. Если прям будет очень уж много положительных комментариев, давай-давай играй в трон, то я думаю, буду опять, как в начале, делать часто эти видео. Ну вот, так сегодня без видео. Ну, в общем, спасибо за ваш комментарий. И всем пока!